как работают в Германии. Сегодня утром шел на работу. Это мне такой вот переход через автобан. И утром в 8 утра здесь ребята выдолбали асфальт. Их было, по-моему, человек 5, если не ошибаюсь. Выдолбали асфальт здесь. Положили по-новому водосток. Сейчас тут плохо видно. Ну, тут небольшой участок. Выдолбали. Вот там огорожено видно. Положили новый асфальт. Вот я уже иду поздно вечером. Не знаю, во сколько они закончили. Часа в 5 или в 4. Положили новый асфальт здесь. Вот еще осталась у них какая-то машина специальная. Ну, здесь ничего не делали. Вот 5 человек разломали. И вот здесь тоже такой участок они. Как бы тоже разломали. Здесь был плохой асфальт уже. И вот здесь метров, не знаю сколько. Раздолбали. И положили асфальт. 5 человек. Все разломать и по-новому уложить асфальт. Идеально ровно, гладкий асфальт. 5 человек. Каких-то там 8 часов. Объем работы. Раздолбать, положить по-новому. Один рабочий день. Пожалуйста. Еще липнет к ногам, кстати. Прилипает. Здесь ходить нельзя, закрыто, но я решил пройтись. Пожалуйста. Вот так работает в Германии. Никто не оставляет на месяц. Там, на следующий день. Грязь и все остальное. Все почищено. Чистенько. Вот, пожалуйста. Учитесь.